Так, Ну, ребята. по-прежнему проблема прямого не решена никак. Да, и мы продолжаем биться с Георгом Майером. И вообще просим миллиард лайков за эти ролики. Ну, ну кому интересно, Георг Майер сильный гроссмейстер. 2700 человека. Да, в Blizz за 2700, и он известен по игре в интернете. А, и, наверное, составляет он конкуренцию Накамуре самому великому. Ну, не думаю, что он прямо составляет конкуренцию Накамуре, если честно, но... Помнишь, он выиграл один из вот этих турниров, Title Tuesday, который проводится на Честкоме. Ну и вообще неплохой гроссмейстер, так, стоп. Конечно. А, там мат будет, понял. Я уже думал, что-то зевнул гроссмейстер. Не, ничего гроссмейстер не зевнул. Вообще у белых, конечно, поприятнее тут. Вроде бы, может, мы можем как-то игнорировать все вот эти поползновения пока. Может быть, Е6? Е6 это зевок. А, да, понял. Игнорировать? А какой план тогда? Ладья c8? Опять мы просели по времени очень сильно. Решил выбить Никита. Да, ну идея просто на слон d5, конь h5 сыграть, потом взять на b2, ферзь b6, коня вернуть на f6 и понадеяться, что все так и будет неплохо в итоге. Ну а ты не боишься то, что на b7 там... Я успеваю же все время по ходам. Ощущение, что у него тоже какие-то проблемы с соединением, не то с чем. Почему все-таки сюда? Да, и ферзь b3. Ой, ферзь b6. Ну и ничего, наверное, не получил. Нет, ну у белых однозначно лучше. Может быть, просто еще не так сильно лучше, это другой вопрос. Но слон сильнее коня на два фланга. Без вариантов. Конечно, бороться тут еще можно. То есть ничего сильно плохого не произошло. Ну, так вот вот он да. зевает на c4 пешку. Ну, пожалуйста. Возьмем. Ну, с другой стороны, не в пешке играем. Пешка не, ну это важная пешка. Он явно ее зевнул. Да, и, наверное, можно... И обнаглеть и вторую ладью дома ставить. Ну да, а почему нет? Я не вижу ничего. Ну, в блиц так не играют обычно. Когда столько что съели пешка, хочется ее защитить. Так, ну, предлагаю выбить ладья. Ну, нам как-то полезет там. В тело. Зато мы будем реализовывать лишнюю пешку. Может, Е5 сыграть. Ну, это ослабление. Ну, Е4 зато подграживаю. А Е4? Ну, и как-то... Ну, и подальше пешки. То есть, король G7 хочу следующий ход. Ну, вот, видишь, освободил. Хорошо, взяли. Много раз выбили. Так, лишняя пешка. Осталось реализовать. На C8 залезет, да? Ну, вот Е4 собираюсь ответить. Поэтому он и не залазит, собственно. Хотя и довольно сильный ход вот этот оказался. Может быть ферзь c5? Тогда он возьмет в конце на b7. А, на b7, да, отвиснет? Да. Как же... Да, не так легко следующий ход найти. Довольно странно я провел вот этот фрагмент партии, отрезок. Конь d7 тогда, что ли? Опять как-то. Ну, ферзь c8, наверное, будет сыграно. Может вообще a4? Так, и опять у нас очень мало времени, на минуту меньше, все поменяли здесь. И вернулись конем, да, ничего. Ничего не добились. Наверное... Я не думаю, что он согласится, но он подумает, потратит время. Нет, я не думаю, что он согласится. Не, объективно, у меня тут у черных лучше, конечно, все еще. Но... С таким расходом времени тяжеловато. Что делать, вообще непонятно. Это был зевок, потому что ферзь c8 и на b7 падает. Не зевок-то, на b4, на 7 висит. Он мог ферзь c8 очень давно пойти, если так рассуждать. И куда вот мы его, через c7 ведем куда-то? Нужна идея. А, вот это очень серьезно. Почему? Мало времени, очень сильно. Не, тут уже безнадежно. Почему? Ну, в смысле, ну, с учетом времени, разумеется. Да, короля на e6 бы быстрее. Стоп, у него же b5 есть. Ну, сейчас... Ну, вот что делать? b5 был ход, наверное, у него еще.
Есть у него ход b5. Не, ну тут я с 15 секунд нет никаких шансов удержать эту А позицию. смотри, какое у тебя соединение. Вот, может быть, поэтому? Ну, поэтому есть, но я не понимаю, почему он такое. Может быть, потому что мы по скайпу поговорим. Может быть. А, ну скайп плюс я показываю экран, все правильно. А, может быть, следующую партию экран выключишь, я на ческоин попробую вас найти. Ну, давай. Кстати, мы всегда так и делали. Да. Я пока приготовлю это дело. Ну и... Не, тут в этой партии все понятно, я думаю, можно спокойно закончить запись. Мы ничего Здесь... не потеряем с тобой. Так, ну пошли пешку проводить, ферзи. Не, тут уже равная позиция, но... Как держать надо вот здесь вот? А, ну значит не равная. Да, он успевает, да? Нет, я успеваю, но... То есть позиция ничейная, но... Да, всем спасибо за внимание.